это сельское кладбище. То есть оно относится к небольшому какому-то поселению. Скорее всего, раз синхронно было найдено вот там на полянке, возможно, там была маленькая деревенька. Вот, а здесь, соответственно, захоронение. Экскурсию по Одинцовскому парку культуры, спорта и отдыха провели для всех желающих. Руководитель краеведческого общества Антон Кузнецов рассказал о природных памятниках и животных, которые здесь живут. Экскурсанты смогли узнать о ручных белках и гнездовьях, которые вешают для лесных обитателей. Неизменный интерес у посетителей экскурсий, походов вызывают наши культурное и археологическое наследие, природные памятники и геологические памятники, которые находятся в бассейне Кисамынка на территории Одинцовского парка. С тайнами осеннего леса познакомились как дети, так и взрослые. Они с интересом слушали историю Одинцовского округа, узнали о племенах, культурах и древних находках археологов, а также поговорили о бережном отношении к природе и посетили уникальные славянские курганные некрополи 11-13 веков. После посещения нашего Одинцовского краеведческого музея я узнала, что здесь много захоронений. Вот именно курганных захоронений, захотелось узнать побольше. Подобные экскурсии краеведы проводят каждый сезон, ведь любое время года раскрывает свои особенности природы. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».